С 1986 года мы знакомы, так сказать, непосредственно. Он до этого, конечно, учились параллельно в разных институтах. Мы все друг друга знали там практически. Действительно, 40 лет без Высоцкого будет. И уже третье поколение рождается после его ухода. Мне кажется, наступит время, когда в старших классах будут несколько стихотворений все-таки давать, анализировать, учить и знакомиться с этим автором великим. У нас сейчас ничего не будет, никакого стихотворения. Мы сразу как начнем играть, правильно? Для вечности. Да? Я все время пытаюсь сократить концерт. Что такое? Все нормально? Никто не устал? Кстати, действительно, правильно. Сейчас будет песня, которую я возненавидел с детства, потому что я служил пионером в пионерском лагере «Кузнечки» под Подольском. И несколько смен подряд иногда это было, то есть 2 месяца. И каждое утро начиналось с одной и той же песни Владимира Высоцкого. «Утренняя гимнастика». Зарядку становись, вдох глубокий, руки шире, не спеши. 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющий, утром ободряющий, если жив, пока еще гимнастика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильное движение. Привыкайте к новизне, то глупости, то песне, мошенья. Очень вырос в целом мире, хрипа вирус, 3-4, шерсть растет, заболевание. Если тирит сразу в кровь, сохрани здоровье, чтоб применяйте, люди, обливания. Если хилый сразу в кровь, сохрани здоровье, чтоб применяйте, люди, обливания. Разговаривать не надо, председателю упадет. Не будьте мрачными, хмурыми. Если очень вам не мется, обтирать все придется. Помнами займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ пишем на месте. Выигрыши тоже начинающие. Красота, и бегущих первых нет. И отстань.